Всем привет, друзья! С вами Александр Баталов. Эта неделя у меня выдалась довольно-таки насыщенная. В среду я ездил на международный форум «Доброволец России», который проходил в Перми, там, где обычно организуется пермская ярмарка. Этот форум собрал около 1000 человек из всех регионов России и из нескольких регионов за рубежа. Благодаря этому форуму у людей появилась возможность показать свои проекты, получить новые знания, новый опыт, увидеть, как работают другие общественные организации и добровольческие в других регионах и за рубежом. Нам показывали разные короткометражные социальные ролики. Помимо этого, в четверг у нас состоялось заседание молодежного парламента Юсинского муниципального района. На данном мероприятии мы избирали председателя молодежного парламента, заместителя и секретаря. Председателем молодежного парламента у нас стал предприниматель из поселка Майкар Иванов Дмитрий Александрович. Заместителем председателя молодежного парламента избрали меня, Баталова Александра Павловича. И секретарем молодежного парламента стала Казанцева Ольга Александровна. Она работает в едином сервисном центре механиком. Коллеги, спасибо за оказанное доверие. Я вас не подведу. Кроме этого, на этой неделе я завел страничку в Инстаграме, в Фейсбуке и сейчас активно веду там информационную деятельность. Так что, друзья, подписывайтесь по ссылкам в описании и по этим ссылкам, которые вы видите на экране, для того, чтобы видеть, насколько эффективно осуществляется моя деятельность. Спасибо за внимание, всем удачи и успехов в жизни. До встречи!